Что касается перестановок в Роскосмосе, то не вдаваясь в подробности и детали, кто ушел, кто пришел, очевидно совершенно, что эпоха почти 20-летнего разворовывания отрасли потихоньку подходит к концу, потому что либо мы потеряем очень знаковый и очень важный фактор, составляющий престиж страны, либо мы еще просто обогатим там несколько десятков человек, не более того. Очевидно совершенно, что перестановки, не связанные с некой ротацией или с некой конкуренцией в среде, перестановки связаны именно со скандалами по расходованию бюджетного финансирования, по тому, насколько люди более-менее успешно губили отрасль. Вот, собственно, поэтому сама значимость этой темы – это лишь иллюстрация общего экономического и нравственного процесса, который происходит в стране.